Россия без Путина! Россия без Путина! Ощутите под свободной России! Что? Это почти арабский полукруг. Compared to the very high expectations 20 years ago, when a lot of people, hundreds of thousands, millions, believed that with the collapse of the communist regime, Russia would inevitably become a free democratic state, prosperous state with equal opportunities for everybody. And to the contrary of these expectations, Russia today is the corrupt state run by oligarchs. It's Putin's dictatorship on a political side. And for majority of Russians, it ended up with great, great disappointment. Сегодня мы встречаем наш праздник со смешанными чувствами. Но я хотел... Только те, кто по традиции приходит каждый день 22-го, каждый от памятника Тимирязева, по-моему, да? По Тверскому бульвару к Пушкинской площади. Люди выходили за народовластие, за демократию. Она растоптана. Люди выходили за свободу слова, свободу печати, свободу мнений, свободу мирных собраний и митингов. Все это сегодня растоптано. Спасибо. Гордятся тем и той победой, которая была. Но тем не менее, общественность...